как же я хочу пить. А? Это мираж или же... Магазин супер-воды. Я хочу выпить все. Эй, Пуся, ставь лайк и подписывайся на канал. Ведь моя цель — это набрать 2 миллиона подписчиков. Кстати, на 2 миллиона будет клип. Привет, на связи я, Юни, и сегодня я пройду Майнкрафт со всеми эффектами. О, красная кнопка! Бим, все в одном. Это мега-зелье, дающее все существующие эффекты в Майнкрафте. Вау! Просто эффекты даже не влезают. Сверху только спешка. А я знаю, еще свечение есть. А вот тут нет, потому что там, где-то там. Офигеть! А снизу, если я это приму, у меня минус 21 везение. Но в то же время плюс 21 везение. 420% скорости. Что? Плюс 63. Урона! Ешьте их одним махом просто! А ну-ка выпьем! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Перебор! Да! Полетели-ка! Это на меня ложилась лепота и левитация! Ничего... О, булыжник, ничего не вижу! Что это за звук? Это рейд! Еще рейд на деревне начался. Так. А что же мне делать-то? Как играть, если я летаю и ничего не вижу? Это, кстати, я. Окейшки. Хорошо, тогда первым делом мне нужно сделать верстак. Но как? Поблизости хоть что-нибудь есть? Опа. Это что такое еще? А, это сундук! Что в нем? Дубовые бревна! Это верстак! О, как всем удобно! И не запланировано. Нет. Ладненько, на самом деле, Майнкрафт, правда, я бы не смогла пройти, левитируя и слепоте. Я же ничего не вижу. Даже руку. Я опять все потеряла. Поэтому начнем с ачивок. Уберем пару плохих эффектов. Добыть камень новой киркой. Хорошо, без проблем. Я вообще добываю? Ох, у меня усталость. Сколько же я буду это добывать? 5 минут спустя. О, да! Фух, есть каменный век. Я упала? Да. Фух. О нет, у меня же и голод. Я хочу кушать. Нужно быстрее расправиться со слепотой. Снова верстак. Что там дальше? Сделайте кирку попрочнее. Хорошо. Сюда. Вот так. Отличненько. Место для верстака. Есть. О, я все вижу. Это тошнота. О боже. На Майнкрафт очень тяжело смотреть. О, окей. Выплывьте железный слиток. Тут есть поблизости железо. О боже, как я вообще дойду. Я еле иду. А вообще плавать могу? Да. Меня очень сильно тошнит. Я не могу на это смотреть. Боже мой. Подождите, я передвигаюсь только прыжками. Я скоро умру из-за голода. Черт. Надо поскорее избавиться от этого всего плохого. Быстрее. У меня, кстати, спешка. Вот так. Теперь на печку. Боже мой. Я ничего не понимаю, что... Я правда не могу подобрать предметы без прыжка. Блин, Рэй, скоро мою деревню захватят. А я только зашла в Майнкрафт. Печка. А, сейчас мы все переплавим. Плавим. Давай, скорее. Это тошнота, боже мой. Давай, верстак. Все, есть. Я избавилась от тошноты. А, черт. Голод. Давай, сюда, скорее. Я рядом с деревней. Если я дойду до сена и успею сделать себе немного еды, я выживу. Это так тяжело. Просто мега-хардкор какой-то. Хотя сердечек дофига. Давай, мне нужна еда. Хотя у меня, кажется, регенерация, и меня пока что это спасает. Я бы не против избавиться от медлительности, что я не могу ходить, я только прыгаю. Боже мой, давай, немножко до сена осталось. Прыг-скок. Так, отлично. Фух, меня бьет теперь в 2 раза больше. Отравление, иссушение, и теперь еще и голод. Как тяжело, курочка, жить. О, прости. Обновить кирку. Мне нужно еще одно железо и уголь. И тогда я избавлюсь хотя бы от яда. Или от осушения, в принципе, мне все равно. Главное, этот злосчастный... От него избавиться. О, вы видите, он с флагом тут. Во-первых, я не подобрала здесь железо. Отлично. Во-вторых, железо, пока ты плавься. А я разберусь с этим негодяем. Иди сюда. Я хоть и с ядом, и вообще, я не знаю, как я живу. О, я избавлюсь от тебя. А у меня, кстати, невидимость. Возможно, он меня даже не видит. На. Ух, есть.
Подождите-ка. А, я выполнила две ачивки случайно и... избавилась от осушения, от отравления. Теперь я чувствую себя очень хорошо, кроме того, что я не могу ходить. Я правда нажимаю кнопку. Ой, ой, Кью. Черт, верните флаг, пожалуйста, он такой красивый. Поэтому переплавка железа поможет мне избавиться от медлительности максимальной. Кирка! Вау! Это что я наделала? Убрала медлительность, и теперь все вот так из-за ускорения. Вау! Стоп, ладно, я починю. Это не из-за ускорения, это из-за... Я вас обманула. Все нормально, тихо. Теперь мне нужно совладать со скоростью. А рейд прошел или нет, я не пойму. Кто еще остался? Мне нужно защитить свою деревню. Вижу врага. Осталось два нападающих. Где еще, где еще? Ну же, покажись. У меня вообще-то не так много времени, чтобы спасти деревню. Не могу найти. А где они? Неужели я потеряю эту деревню? А, вот они. Пам, пам. Деревня спасена. Все выбегаем. Опа, опа, поехали, поехали. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Отчитываемся, кто выжил. А знаете, что значит еще этот звук? У меня такая прозрачная. Если ты подписан на мой канал, но постоянно пропускаешь мое видео, жми колокольчик. Ну и все будет хорошо. Ни одного видео не пропустишь. Давай, 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 давай. И подписывайся, если не подписан. Фух, я в принципе хорошо себя чувствую с таким количеством эффектов. Могу подойти к любому голему и... Пау! Ой, вау. Я вижу, у меня осталось еще много плохих эффектов, но пока что мне нормально. Так что погнали проходить Майнкрафт. Но сперва поем. А еще попробуем просто... Ты обязан поставить лайк, это с первого раза, ничего себе. Назову тебя, как бы соединить удачу и то, что он первый сразу вылупился. Придумайте что-нибудь в комментариях. Этот остров защищен, теперь я могу спокойно отсюда уплыть. Отправляюсь на поиски. Это как, кстати, быстро из-за грации дельфина. Или не из-за этого, или просто из-за скорости. А ну-ка, может быть, мне лодка не нужна была? Что? Что? Я просто хожу по воде. Я хожу по воде? А нет! А да? Что? Вау! Я никогда не ходила по воде, офигеть! А знаете, что я еще поняла? Что мне не будет страшно в аду. Ведь у меня огнестойкость. Вау! Забираем, забираем, все, мне все нужно. О, ачивка! Теперь я буду бить в полную силу, кажется. Слабость моя ушла. Починим этот портал. А я смогу, если у меня спешка, сломать это рукой? Ладно, ну железной гиркой точно смогу. О, фух, кстати, а золота тут нет. Печально. Ну ладно, зажигаем. Что не так? Ну, фух, я же думала, что это опять пошло не по плану. Вперед, ват! Ифриты, бойтесь меня, я такая сильная и быстрая. Это самое плохое, хотя у меня, опять же, огнестойкость. Я в лаве не пострадаю, но не хотелось бы упасть туда. Опа, вижу, вижу цель, вижу цель. А ты меня видишь, цель моя? Эндермен, мне нужны эндермен. Ладно, окей. Я упала. Сюда, давай. Полет мне помог. Пожалуйста, увидь меня. А у меня же невидимость, он меня не увидит. Вот в чем проблема. Ладно, придется самой как-то до него добираться. Хотя это очень тяжело. Я быстро хожу, но я еле почему-то прыгаю. Я прыгаю, но что-то меня стопорит. Очень странно, очень странно. Давай. О, нет. Я дошла до тебя, он правда меня не видит. Эй, мне вообще-то нужен был Underpearl, не искаженный Нилий. Это самое противное в невидимости. Они меня не видят, я не могу их призвать, чтобы они мне все кругом напали, и я их быстро... Пау! Жалко, что у меня нет оружия на добычу. И газ меня не видит, правда, меня никто не видит, и ты тоже. Видишь меня? Круто, ну, на, часы золотые. У меня есть только это. Дай что-нибудь за них. Фигня. Понятно. Сейчас добуду. Они нападут на меня. Но ничего страшного. Мне все равно. Им тоже все равно. Почему? Ладно, если я прям при тебе золото сломаю. Окей, если это не золотая шляпа, то все нормально, я своя. Только не в лаву, ладно? Обсидиановые слезы. Это не то, что...
Достижение! Да ты шаришь! Опа! Я теперь не свечусь, даже теперь себя саму не увижу. Ну ладно, спасибо за ачивку. А лучше бы голод убрался, честное слово. Мы немножечко эндерперлу. Я так себя хорошо чувствую с этими эффектами. Мне просто ничего не нужно, кроме железной кирки. Ну, золотого шлема, чтобы они меня не били. И все это мега классно. Правда, вначале было так сложно избавиться от всех этих дебильных эффектов. Что-то ты, ну, не понимаешь, что я хочу. Явно не видишь по моим глазам, что я хочу. Ну какое сопротивление, ну у меня есть, зачем мне... Прости, прости, но правда, это не то, что мне надо. Интересно, я допрыгну? Получилось, круто. О, крепость, так близко. Вниз. Сейчас Эфрита мне поздоровится. Пам, может я золото в крепости найду? Пожалуйста. Есть, ачивка получена. Есть, да, наконец-то я не хочу голодать. Хотя не такой уж и сильный голод был. Подумаешь, раз в секунду ела. Опа, золото, то что надо. Круто, круто. А еще что-нибудь, такой звук приятный. Вообще кайф. Не нашла я эфрита, поэтому вот так вот. Эндерпер, эндерпер, эндерпер. Да какой? Нашла спавнер. Ну все, это вообще мега легко будет. Пам-пам-пам. И все. И ачивка. А почему это произошло? Хороший эффект убрался. Неужели он считается плохим? Или это чтобы было красиво в аду? Ну ладно. Из плохого у меня есть невезение. Верните мое ночное зрение. Есть. Все, спасибо всем. Спасибо всем. Пока. Я пойду за эндерменом. Пам! Опа! Ой, еще, еще, еще! Я не попала с этой скоростью бешеной. Хорошо, дыдый. Хедшот. О, есть. Ну все, можно, в принципе, идти наружу. Так просто мне еще никогда не было. Крафтим. Ну, с моей вообще-то везучестью должно хватить. Куда? Лететь. Вперед, полетели. Смотрите, как круто сейчас будет. Просто невероятно. А сейчас по воде как разбегусь. А, поплыла. Странно. Доплыву сейчас. Да за секунду. Хочу добить, но у меня два сердечка. Попытка номер два. О, Кендер показывает, что где-то здесь. Идем вниз. Пам-пам-пам-пам. О, нет, вода. А, мне же все равно. Я забываю, что у меня подводное дыхание. То это получается транхол под водой. О, вижу! Отличненько. А, внутрь, внутрь, внутрь. Давай, давай, давай. Есть! Привет, пока. Убралась неудачливость. Опа, я буду мега удачный. Удачный, если все быстро найду. Ну и где же моя везучая? О, нашла! Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Избавиться теперь от вас как? Вот так, вот так. Пожалуйста, удача сработай. Да, есть, все, мне все хватит. Это очень-очень-очень круто. Ух, дракон, смерти близко. Ой, еще бы сломать это. Все, ну ладненько. Сейчас допрыгнем. Опа! Бабах! Ну все, буду так и ломать дальше. Ну все, дракон, можешь приземляться. Я тебя жду. Ну вот и лук понадобился. Эй, дракон, ты меня дешевой видимость сейчас. Ну и ладно. Она, в принципе, не так уж и сильно сейчас нужна. Опа! Дыдыщ, дыщ, 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 дыщ. Давай, давай, давай. Нормально. За 5 ударов. Это же бессмысленно. Моя шапочка. Давай, 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 давай. Тынь, тынь. Жалко, что за эффектами не видно, сколько я ему урона наношу. Еще чуть-чуть. А может, я его догоню? Давай, давай. Я попала, нет. Я как Эндермен. За ним бегаю. Давай, давай. Тынь, 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 тынь. Давай, давай, пожалуйста. Я должна, должна, должна. Давай. Еще чуть-чуть. Последние 2 удара. Иди сюда, я должна тебя убить. Но! Есть. На лету. Как это было круто! Вот такой вот ролик Майнкрафт. Но у меня все эффекты. Кстати, а что будет, если я выпью еще раз это? Оу, я никогда не приземлюсь. Я в космос.